собой перчатки, удобные обувь и сеянцы. Ульяновцы присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес» и высадили саженцы сосны. Первыми к акции присоединились лесники из Николаевского района. Помогали им волонтеры из местного школьного лесничества вместе с представителями Минприроды и администрации. Я считаю, что им нужно участвовать в таких акциях для саморазвития, во-первых. Во-вторых, чтобы помогать зарастить лес нашей страны. Или, может быть, кому-то это пригодится в будущем, если кто-то захочет связать жизнь с этой профессией. Тысячи саженцев посадили на территории почти в половину гектара. Причем использовали саженцы сосны с закрытой корневой системой. Такой посадочный материал хорошо укоренится на новом месте. С 1 января 2022 года более 20% всего высаженного материала должно осуществляться именно с закрытой корневой системой. Проблема лесовосстановления актуальна не только в России, но и во всем мире. Ведь по оценкам экспертов, площадь лесов неминуемо сокращается с каждым годом. Только этим летом пожары в Якутии уничтожили сотни гектаров леса. С 2019 года в регионе посадили более 4 миллионов сеянцев. В этом году акция также пройдет во всех лесничествах. Проводит ее по нацпроекту «Экология». Поучаствовать может каждый. Информация размещена на сайте Минприроды. Анна Тищенко, Улправда ТВ из Николаевского района.